хочу вам показать вот такие вот очки фамовские. Я заказала. Я их когда-то мерила в Ривьере. Почему-то, я не знаю, не взяла их тогда. Они вообще стоят 300 гривен. Такая смешная цена. Короче, а потом уже, когда уже закрылись все на карантин, я вспомнила, что мне нужны очки. Вот. Но единственное, что... сейчас я вам покажу, достану сначала. Их надо будет отвезти. Вот такие вот очечки. Очень классно сели на мне. Мне очень понравилась. Форма как раз под мое лицо. Но покажу я вам потом их. Потому что, вот, посмотрите, они немножечко, надо их отвезти к мастеру. Вот видите, вот тут вот получается неровность. И они сидят на мне неровные тоже. Вот, вот надо подправить чуть-чуть вот это вот ушко, и оно будет идеально сидеть. Вообще классно. Кто смотрел мои сторисы, те видели эти очки, я их мерила. Вообще мне очень нравится. Обалденно. И, кстати, очень-очень удобно они... Вот я в них себя чувствую очень комфортно. И такой цвет, я люблю такие очки, когда не черные, вот, потому что мне на глаза тяжело такой черный цвет, а так круто. К нам сейчас спонтанно мы решили уехать, но моя красотка не хочет уезжать, и Фирас не хочет уезжать. Короче, дети остаются, а нам надо срочно уехать в Доброслав к родителям там. Вот, негаданно, нежданно у нас так все оно получилось. Ой, подожди, носки теряю, елки-палки. Вот, Фирас с Настюшкой остаются, они будут уборкой пока занимаются, да? Потом во двор выйдете, да, сына? А что ты недоволен? Подожди. Не, ну, не хочу ехать, уже решили его оставить. Попросила под убра... Посмотри. Ой, драка, драка у нас. Опа, давай его! Ой, давай, поверни его сюда, покажи. А он как этот приклеился, посмотри. Телефон вот, вот. Давай, твой телефон. Не хватай его, потому что у него рука болит. Махмуд, отпусти его. Все, погнали, короче. Все, Настя, давай, выйдите во двор потом чуть, хорошо? А что ты улыбаешься? А, не будешь? Ну, Фираса потом отправь погулять. Хорошо, чтобы он не сидел в телефоне постоянно. Хорошо? Mm-hmm. Все, пока. Целую. А ты быстрее. Еду все, пока. Привезите. А, еду привезти? Вот. Да, привезите. Так поехали, мы берем еду с собой. Папа сказал, что он... Да, хорошо. Мама, пару копеек будет выходить на улицу? Не надо пару копеек, зачем? Мы привезем им потом суши. Точно? Ну, да. Точно, привезем. И все. Пиццу. Настя, будешь выходить? Мы пиццу не берем, мы будем это... Настя, будешь выходить? Бабушку с дедушкой хотим сегодня нет угостить сушами. Нет! Все, сейчас уже просто выезжаем. Вот так, понял? Мы, кстати, вот договорились с доставкой, они будут... Если они к нам едут, то часа 2,5 надо ждать. Ну и мы решили сами поехать к ним по пути. Заберем заказ свой, да, да, Диан? Не ну да, 2,5 часа ждать, это как-то не очень. Делегация идет забирать суши, да? Кстати, тут еле-еле нашли в этом районе, куда идти. Мы тут не знаем этот район, но как-то мы добрались сюда, да? Вот. Не, вот туда, вот чуть дальше, вот нам наверх надо подняться сейчас. Густо, ну это какой-то универсам, густо, густо. Вот, все, собрали заказ. Все, выезжаем? Да, бабушки. Да. А мы еще заехали в Макдональдс. На всякий случай, если маме или папе не понравятся кому-то роллы, то будем кормить их бургерами еще. Бургеры, я думаю, понравятся. Ну и роллы должны понравиться, в принципе. Но на всякий случай берем пару сэндвичей. Все, приехали, тут капает дождик. Жук, привет. Привет, жук, встречаешь нас. Привет. Кто такой? Привет. А что ты? Где черты? Где черты? Взять спать на миг несколько дней. Кто такой черты? Да, папа шутит. Ты что, вас принес? Да, да, да.
Зять спать не мог, спать не мог несколько дней, ночей. А ты где в сторону? Ночью. А что случилось? А ну, может, Махмуд получил этот самый? Да ничего еще не получил. Что случилось? А что? Так, нет, нет. Ну, что, что я? Что, что случилось? Суши будем. Да. А він не міг успокоїтися. Як ця теща не пробувала суші? Ой, от так от. І? Ну я туди не буду біжати. Да, давай, ти перший. Закрию. Жук тут що-то нанюхав. Ну, звісно, вже. От зайди. Посмотрим, есть тут кто-то или нет. А может туда залезть? Может, конечно, мы уже... О, пошел бегать. Мы уже и не найдем. Дождик капает, кстати. Не, Диан, тут мы точно его не найдем. Жук, не надо закрывать, хай бьет. Так, ну что, все, уже едем домой. Настя позвонила, Настя уже дома. Фирас еще во дворе гуляет. Комар летает, ты видел? Вот. Так что все, все довольны, все покушали, всем все понравилось. А мы едем домой. Кстати, дождик идет опять, капает, что там. Не знаю. Смотрите, сейчас. Вот, видно дождь. Настя присела на турецкий сериал. Какой сейчас смотришь? Это уже новый какой-то, да? Это уже третий по счету. Какой? Ну, он не слушал меня. Кольцо. Тоже они длинные? 19 серий. А, ну это нормальный такой. Ну, тут такое непонятное, на самом деле. Я большинство вот так вот сижу, прокручиваю. Mm. Просто из-за того, что тут моя любимая актриса. Поэтому... А, я... ты смотришь только твою любимую актрису, понятно. Да. Не, ну просто суть тяжелая, непонятно вообще ничего. Понятно. Так, вы готовы увидеть шок-контент? Посмотрите на эту даму. Ну, стань вот тут вот, я ж не вижу, куда? Посмотри на ее ногти. Вот так. Боже, это просто шок. Посмотрите на эти когти. Ты нарастила себе? Да. И как долго планируешь с ними ходить? 10 дней. 10 дней? Посмотрите, как скорчит. Я вижу, тебе нравится прям. И что же ты с ними будешь теперь делать? Как ты будешь кушать, как ты будешь одеваться, вот? Умываться, зубы чистить. Главное, кому-то в глаз не попасть, это точно. Сейчас будем кушать скоро. Посмотри, иди сюда, Настя. А что, нарастила? Сама. Знаете, на... Вот тут клей, я хотела клеем заклеить, но потом поняла. Не надо. Зачем? Такая... Ладно, все, иди.